Роман Малышев – начинающий любитель экстремал. Банни-хоп, хиппи-джамп, икс-ап – это название трюков, которые он пытается освоить. На самокат сразу встал, как увидел, что возле его дома строят скейт-площадку. Теперь в планах у юноши купить нового трюкового железного коня. Пока еще учусь, самое сложное, но самые базовые умею делать. Недавно здесь катаюсь. Теперь попробовать прокатиться на скейтборде, самокате, велосипеде BMX и роликах ребята могут в своем городке. Скейт-площадка стала центром притяжения местных стрит-спортсменов еще до официального открытия. В Одинцовском городском округе таких спортивных площадок будет несколько. Одна уже открыта в Звенигороде. Покрытие из высокопрочного бетона. Общая площадь более 400 квадратных метров. 6 элементов, чтобы спортсмены смогли оттачивать трюки уличного катания. Скейтбординг среди молодежи очень популярен. Его даже включили в Олимпийскую программу летних игр 2020 года, которые пройдут в Токио. В этом году у нас по программе было строительство двух парков. Один мы открыли несколько месяцев назад в Звенигороде. Он пользуется огромной популярностью, и мы только получаем слова благодарности от жителей, от молодежи, от нашей. Все хотят еще и еще таких же скейт-парков и таких зон активности. Аналогичный совершенно объект появился здесь, в лесном городке. Сегодня мы вместе с ребятами на самокатах, на велосипедах открывали торжественно этот скейт-парк. Тоже восторг от жителей, от молодежи, которая хочет заниматься спортом, хочет реализовывать себя. Работы по возведению спортивных объектов проводились в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». Юные спортсмены из лесного городка учатся по страничкам знаменитых спортсменов-экстремалов из социальных сетей. В планах у парней пригласить на дружеский турнир ребят из Звенигорода. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».